Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш Ключ, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня у нас будет обзор нового бравлера Хэнка в Бравл Старсе. Друзья, он уже совсем скоро выйдет, да? Давайте даже посмотрим, он появится уже через минуту и 40 секунд. А пока вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать ваши комментарии, жать колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы и ролики. А мы давайте уже познакомимся с этим Хэнком, пока он выйдет. Первым в мире его разблокируем. По крайней мере, постараемся. Итак. Мастерство. Иконки. Прикольно, в принципе, мало да удал. Окей. Давайте посмотрим его описание. Интересно, что он компенсирует. Хэнка не часто увидишь за пределами его огромного танка. Действительно. Так, гаджет. Водяные шары. Следующий шаровой залп замедляет врагов на 3 секунды. Старка. Звездная сила. Сейчас рванет. Когда заряд шарового залпа превышает 80%, скорость Хэнка увеличится на 20%. Ну, снаряжение по дефолтику. В принципе, супер рыбы торпеды. Но урон, конечно, очень мощный. Окей. Осталось 45 секунд. 45 секунд. Даже, наверное, не успеем его уже испытать, чтобы уж точно первым в мире купить. По крайней мере, постараться, да? Максимально постараться. Кредиты я, естественно, накопил. Мне их тут в этом брал пассе. В этом брал пассе. Мне их просто полно. О, ну-ка. Давай, Хэнкич. Давай, родненький, давай. 15 секундочек. Ох, я даже не помню, когда я последний раз так ждал прям бравлера. Что прям вот его в первую секунду, грубо говоря, получить практически. Давай, 3, 2, 1, 0, и давай, let's go. Отлично. Теперь у нас 68 бойцов. Поехали, главное, чтобы запись не вылетела. Какая слава! Да что, меня заруинило, ладно. Ладно. Хэнк, погнали. Так, поехали. Раз, давай, и родненький быстрей. Просто на всех скоростях летим. Забираем кредиты, так. Нам не хватило чуть-чуть, ну ладно. Забираем последний и сюда, на базу. Так. Сюда. Сейчас мы его с вами еще и прокачаем сразу же и затестим. Скин, скорее всего, покупать, конечно, я не буду. Остатки летят кредитов. Надеюсь, запись все записывает. TK, Хайк, там куча ютуберов у нас тоже записывают. Естественно, обзорчики. Да-да. Смотрим в магазине. И у нас тут очки силы всякие. Окей. Мы поняли. Теперь летим в прокачку. Хэнкич. Ну, прикольный ты у нас, браток. Брат Джин ульта есть. Так. Пинчики. Нормально. Давайте прокачаем. Какая уже у нас будет 9-я сила, да? Ну и нормально, неплохо. Нам хватит на гаджет, а нам ни на что больше не хватит. Даже вторая старка есть в укрутении. Наносимый Хэнку урон уменьшается на 20%, когда он находится рядом со стенкой. Окей, мы поняли, в принципе, да? Че, поехали в каточку. У нас есть модификатор спасения лягушек, так что поехали сюда. Затестируем. И напишите в комментах, получили ли вы Хэнка. Или скоро получите. На самом деле он стоит всего лишь 925 кредитов. У меня почему-то даже скидка была 694, но неважно. В принципе, это не страшно. Окей, катка подобралась. Сюда. Ну, он прям имба, я видел, как он, блин, какой у него урон, это прям жесть. Ну, пошел пузырь, давай, пузырь. Где враги? А, пон. Так, ща. На, давай. Что просто за урон? Тихо. Ага, я понял. Пам. Ты какая? Их ты ж какая. Ну ладно, понял. Так, лягушка, отлично. На. Выжила, однако. Ну, а теперь нет. Так, ну супер, он разлетается у нас. В принципе, очевидно. Пам. Ну, урон, конечно. Просто жесть. Ну-ка. Ладно, отступаем. На. Ух ты ж. Ё-моё. Бам.
Ладно, лягуха. Отлично, 3 лягухи уже есть. У меня рекорд вообще был 5 лягух. Это как бы нормально, так я думаю. Пам, все, изи катка. Не знаю, будем звездным игроком или каким-нибудь лидером. Хайлайтики у нас тут. Бам. Бам. Хорошо. Надеюсь, я постараюсь отмонтировать как можно быстрее данный видос, чтобы он вышел как можно быстрее. Да. Так, мастерство потихонечку апает. И, ребят, напишите в комментах, пушите нам Хэнка, потому что, если кто не знал, в пятницу в 12 по Москве будет стримчанский. И, возможно, попушим Хэнка вместе с вами. Вот. Чем получаем? Блингов не получаем. Хотя получали. Ну, да ладно. Окей. Прикольно. Давайте еще катку. И потом пойдем в шеда затестим его. И, пожалуй, на этом будет уже все. Так, давайте подбор. Быстрее, пожалуйста, да. Даже интересно, каким в России, там, в СНГ, неважно, по списку. Так, ну, поехали. Против нас, возможно, боты. Ну, по никам как будто не боты, знаете уж. Так, давай, копись. На. Урон просто сумасшедший, такое ощущение. Бам. Стоять. Отлично. На. Даже без прицеливания. Ну ладно. Стоять. Тихо. На. Ах ты ж. Он меня еще и добил. Ну ладно. Ладно. О, лягуха. Сюда. Пинчик уже анимированный. Прикольно. Лады. Ладно. Ах ты, лягушку украл. А, еще меня и застанили, бывает. Ну ладно. На. Ё-моё, ладно. Посидим пока что, подумаем над поведением. Ага, попал, нормально. Четко. Бам. Блин, ладно, я сдох. Ну, ничего страшного. 2 лягухи в одном месте. Ой, джекпот. Так. Пойдем заберем их. На. Кайф. Блин, нашего добили. Ладно. Стоять. Отлично. 4 лягухи. Тоже неплохо. Так, я опять в этих повторах. Ладно. Похоже, все крупные награды на сегодня уже получены. А, ну ладно, понял. Походу, у нас все, лимит есть даже. Я даже не знал, что тут лимит есть, если честно. Ребят, вот кто в сети. Всем привет. Ладно, давайте в ШДшечку озера мертвецов. Ну, здесь топ-дожики. Ну, поехали, ребята. Па-па-па-па-па-пам. Подбор уже. Все, есть. Так, поехали. Ну, конечно, этот аппарат, Вася, что за аппарат? Это прям, я даже, наверное, так и назову видос. Знаете, ребята. Так, ну имба. Эй, артышка, ты куда лезешь? Ты шо? Ты шо делаешь? Не лезь сюда, здесь опасное место, понимаешь? Сейчас меня так и загасит. Ладно, подхилимся. Постоим, подхилимся. Лось. На. О, отлично. А, точно, я забыл, что это топ-дог ШД. Да, ребята, такое бывает. Но это имбуля, конечно. На. Тихо. Хорошо. Пам. А, еще не топ-1, ну ладно. У меня 9 банок, мне, в принципе, как бы нормально. 12 кхп, господи, боже мой, что за бред. Ладно, там я вижу нашу жертву. Следующую, последнюю. А, ну бывает. И топ-1, изи. Победа. 26 купчей уже апнули. Это нормально, это неплохо. Давайте же посмотрим, какой мы. Джек. Где у нас наш? Вот он, Хэнк. Глобальный-то понятно, а вот Ру. Понял, кто-то уже даже на 60 апнул.
Ну, это те, кто прям вот лютые пущеры, мега пущеры, да, знаете. Ладно, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был ваш ключ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и всем пока.